В Новосибирске бармен вернула клиенту 900 тысяч рублей. Компания, отмечавшая день рождения в пабе, разошлась поздней ночью. Чуть позже именинница сообщила, что забыла свой подарок, а ее знакомый – черный пакет, в котором и была сумма. Подарок удалось найти сразу, а вот пакета в зале не было. В итоге, спустя полчаса, девушка обнаружила деньги у входной двери в заведении. Счастливый бизнесмен отблагодарил бармена букетом цветов и небольшой суммой. А героиня призналась, возможно, от радости, а возможно, от того, что так воспитывали, но мысли потратить найденное по своему усмотрению у нее не возникло.